По данным новостной организации The Intercept, получившей в свое распоряжение секретные документы, американцы в своих интересах создавали на территории США и Китая искусственные коронавирусы. Программа нью-йоркской фирмы ECO Health Alliance охватывала период с 2014 по 2019 годы. Компании был выделен министерский грант на сумму более $3 миллионов, 750 тысяч из которых получил Институт вирусологии в Ухане. Фигурантами исследований стали еще несколько медицинских учреждений в КНР, а также Университет Северной Каролины. Ученые собирали анализы у летучих мышей и хорьков на юге Китая и отправляли их в Уханьскую лабораторию, где проводилось изучение коронавирусов и выяснялась вероятность передачи болезни другим видам. Затем программа предусматривала отправку уханьских материалов в США.